Ну вот и праздник на моей улице, на нашей кухне. Я вижу куриную грудку, я вижу бекон, я вижу яйца. Не бекон, хамон. Хамон. Прости, я оскорбила хамон сейчас. В общем, сегодня для всех, кто любит мясо, праздник. Да. Сегодня мы будем готовить клубный сэндвич. Знаешь, чуть, это чуть не услышала клубнику. Клубный сэндвич, клаб сэндвич. Клаб сэндвич, для него нужны что? Хлеб, курица, хамон и поход твой на рынок. Желательно, да. Наш клубный сэндвич сегодня будем подавать с корнишонами. Вот маленькая баночка у меня в руках, а мы идем дальше. Сегодня наш клубный сэндвич будет тунинговаться вот с таким сыром для бургеров чеддер и испанским хамоном. Пошли дальше. Вообще-то в мире существует миллион вариантов этого клубного сэндвича, но самое главное, всегда она подается на тостовом хлебе. Вот у меня в руках даже два вида, вот темный и белый. Но мне сегодня темный больше нравится, так что выберу вот это. И пойдем дальше, потому что нам надо купить еще куриное филе. Мой любимый клубный сэндвич всегда я готовлю с курицей, то есть с курицей гриль. А у нас сегодня будет вот с такой филешкой. Дайте нам, пожалуйста, две филешки. Мы из них нарежем слайсы, замаринуем и потом его приготовим на гриль-сковороде. Будет идеально. Как я говорил, для этого сэндвича возьмем листья салата. Мне еще нужно лимончик, потому что соус мы будем сами делать. Для нашего клаб-сэндвича мы все купили. Идемте домой и будем его готовить. Поехали! Для приготовления клаб-сэндвича с курицей гриль понадобится тостовый хлеб 4 ломтика, куриное филе 400 грамм, листья салата 4-5 штук, корнишоны 60 грамм, хамон, сыр для бургера 4 слайса, 2 яйца, оливковое масло 150 грамм, анчоусы 3-4 штуки, соус ворчестер пару капель, горчица 1 столовая ложка, половина лимона, черный перец, перец розе, соль, кориандр, гранулированный чеснок. Классический клубный сэндвич всегда делается с курицей. Ну, ты знаешь, да, это, ну, этот прикол, да, вот между тостами? Ела когда-нибудь? Наверное. Может, я не обращала внимания, не акцентировала, что это именно клубный сэндвич. Ну, давайте, сначала надо замариновать вот куриное филе. Возьмем, отрежем два куска вот таких красивых, да? Я думаю, что достаточно, вот так. Так. Да. А, мне даже не пришлось ее резать, класс. Нет, спасибо. Вот сюда добавим, то есть посыпем его с итальянскими травами с двух сторон. Костик, а я тебя попрошу, полей его оливковым маслом. Слушай, и что-то мне подсказывает, что мы будем делать не просто клубный сэндвич, но мы еще будем делать вителло тонато. Не вителло тонато, мы сделаем домашний майонез, но даже не домашний майонез, это больше будет похоже на соус Цезарь. Угу. Только он будет чуть-чуть гуще. С двух сторон. Класс. Посолим. Сделаем ему легкий массаж. Вот так. Посмотри, как ты это делаешь. Вообще, с удовольствием, с удовольствием. Пока нагревается сковорода, разбивай сюда вот два яйца. Хорошо, целиком полностью, да, берем? Целиком полностью, да. Пока посмотри, да. С удовольствием, обожаю смотреть, когда... Как Костик работает. Вообще, кто угодно, а Костик особенно. Да. И смотри, он удивительно не ест почему-то пока. Ничего, просто пока. Так, дальше что? Оливковое масло. Оливковое масло. Чуть-чуть, чтобы, ну, еще немного. И сюда надо добавить обязательно сладкую горчицу. Он просто легче будет схватываться, знаешь? Все. Поехали. Кипит, шипит, булькает у него в руках. Начинает, да? Загустевает? Я бы еще масло подлил. Ну, конечно, я тебе это буду делать. Помогу тебе, смотри. Тонкой струйкой добавляем масло. И сразу будет густеть. И пока наш соус загустевает, давай кидай туда, на сковороду. Я выйду отсюда с чистыми руками. Опа! Поехали!
Когда он вот так загустел, только тогда можно добавить все приправы. Первый мы добавляем лимонный фреш. Да. 4 рыбки вот сюда. Ну, это даже, как говорят, не будет похоже на цезарь соус, а это цезарь соус и будет у нас. Обязательно. Ворчестер. Все. И мы, по-моему, ничего не забыли. Но надо понемногу черный перец. Все. Супер. Справились. Давай, сбивай. Сейчас попробуем. Пробуй. Пробую. Готово. Давай. Попробую с огромным удовольствием. О, и консистенция идеальна. Вау. Смотри. Пусть буквально еще секунду пожарится. И будем собирать наш сэндвич. Чем, что могу еще сделать? Что ты можешь сделать? Вот твоя любимое занятие. Хлеб. Хлеб, да. Смотри. Твоя сковорода уже нагревается. Я заберу курочку. Вот. Не надо грудку пережаривать, потому что она потом высыхает и будет не сильно вкусно. Будет сухая. А вот это будет идеально. Смотри. Вот. Смотришь, как? Ты ее режешь вот так. Наискосок. Да, ты ее режешь. Что там, хлеб твой? Ну что, я переворачиваю. Давай, переворачивай, смотри. Вау. Мне нравится, когда вот полоски видно, знаешь, оно реально аппетитно выглядит, да? Да. Скажи. Буквально нагреваем с другой стороны тоже. Угу. И мне кажется, что через секунду будем собирать наш бутик. Смотри. Сюда, давай сюда. Давай сюда. Не, не, сюда, сюда. Сюда, смотри. Давайте. И пока хлеб горячий, снизу положим сырочек. Давай, давай. А ну давай ты это, да? Все. Прям вот как параллельно или вот так? Ну, как ты хочешь. Ну, можно вот так просто, ну, знаешь? Как хочешь. Как хочешь. Чтобы он чуть-чуть выглядывал. Это... Угу. Как бы так заигрывал. Заигрывал, да. С едоком. Не я вопрос. Здесь. Я здесь. Налетай. Так. Вот как-то вот так. Да, смотри. Лучше спрятать. Спрятать, смотри. Да, вот да, да, да. А, хорошо. Ну, да, можешь спрятать. Да. Да. И вот второй тоже. Все, смотри. Чуть-чуть, смотри, нашего майонеза, то есть цезарь соус, вот немного, и сюда тоже. И всегда они кладут, ну, типа, самый классический вариант – это всегда, конечно, с курочкой. Но очень часто они сюда еще добавляют какую-то ветчину. Ветчину я сегодня не хотел. Будет у нас хамончик. Как хамон укладывать? Что-что? Как его укладывать? Я могу уже сразу... Ну, давай, как хочешь, вот как душа пожелает. Ну, то есть его можно развернуть? Можно, нужно. Я бы вот так вот, я люблю его рвать. Так. Чтобы он как-то равномерно развернул. Равномерно. Вот это, мне кажется, сюда не нужно. Все. И? Давай я еще сюда, а то я как-то несправедливо. Не, 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 много уже? Да, я думаю, много. Это же крышечка. Это крышечка. Смотри, наш клубный сэндвич реально круто выглядит. Смотри. Оп. Оп. Возьми вот это. Вот. Сейчас бы нам, смотри, надо. Ну, пожалуйста, возьми майонез. Вот как говорят. Возьми. Одну палочку сюда, чтобы она держалась. Она испачкала майонезом, поэтому съела. Ну. Съела, да? Да? Ничего страшного. Второй сюда. Точно так же делаем с этой стороны. И сейчас бы, как говорят, красиво разрезать. Да. Ну что, поехали? Наш клубный сэндвич готов.
очень аппетитно выглядит. Да. Красиво? Вот, просто вот кладем сюда, а второго вот сюда. Это можно уже достать. Сюда добавим немного огурчиков, просто так на тарелку, да? Вот сюда, между ними. И один раз мазанем с нашим прекрасным соусом. Если вдруг не хватит, можем макать нашу курочку. Роза, перец. Ну, это я тогда на тебя оставлю. Поехали. Все. Огонь. Смотрите, ребята, наш клуб-сэндвич или клубный бутерброд, как говорят, готово. Рецепт клуб-сэндвича с курицей гриль. Замаринуйте куриное филе с черным перцем, кориандром, солью и гранулированным чесноком. Пусть настаивается 5-10 минут. После обжарьте до готовности на сковороде гриль. Для приготовления соуса положите в блендер яйцо, половину порции оливкового масла и горчицу. Хорошо взбейте. Когда смесь начнет загустевать, введите остаток масла и взбейте до кремовой консистенции. Добавьте анчоусы, соль и перец по вкусу. Поджарьте тостовый хлеб на сковороде гриль. Соберите клуб-сэндвич. На хлеб положите листья салата, курицу гриль, сыр и хамон. Полейте соусом. Подавайте с маринованными огурчиками. Ну вот. Ну что, кушаем? Клаберы. Поехали. Давай. Ты хочешь это, ну, всегда с другой стороны берет, да, сдалека заходит. Вот человек. Да. Ну что? Класс. Вы по половиночке, а я... Боже, этот соус. Скажи. Я не могу, но это так будет неприлично. Можно я как-то за кадром доем? За кадром доедим, а я тоже доем вот тот. Хорошо? Всем приятного аппетита.